Сегодня мы будем вязать вот такой треугольный мотив с попкорном. Честно говоря, треугольные мотивы очень интересны, поскольку вот когда их собираются, получается такой шестиугольник. И эти шестиугольники, они как бы перетекают один в другой. Ну, давайте посмотрим. Значит, начинается мотив со скользящей петли. В первом ряду, вот обратите внимание, значит, после петли подъема вяжут 6 столбиков без накида. Но на каждом втором столбике делают вот такую вот типа пикушечки из 5 воздушных петель, куда потом вот пойдет наш попкорн. Значит, делаем скользящую петлю. Закрепляем ее. Делаем петлю подъема. И вяжем. В первом столбике у нас этой пикушки не будет. Второй столбик, 5 воздушных петель. Прикрепляемся в горизонтальной и вертикальной ниточке. Все это соединительным столбиком закрепляем. Еще один столбик без накида, второй столбик без накида, 5 воздушных петель. Также закрепляем. То есть нам нужно, чтобы у нас вот таких вот больших пико образовалось 3 штучки. Еще вяжем 2 столбика и еще одну пикушечку. И после этого мы присоединяемся вот к первому столбику без накида соединительным столбиком. Так, а вот теперь у нас тут получилось непонятно что. Мы нашу скользящую петлю затягиваем. И вот мы получили вот такой вот треугольничек. Что мы делаем дальше? Мы начинаем вязать второй ряд. Значит, обратите внимание, здесь воздушная петля и столбик вот прям над первым столбиком, который без пико у нас. Сюда у нас будет столбик без накида. Дальше вяжем 5 воздушных петель. И начинаем вязать элемент попкорн вот в это вот пико. Попкорн у нас состоит из 5 столбиков с одним накидом. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. Вынимаем крючок. Вводим его перед первым столбиком, прямо вот сюда вот. Сюда протягиваем петлю, закрепляемся. Вот получили такой попкорн. Дальше вяжем 4 воздушных петли. И присоединяемся вот к столбику, который у нас тут был без пикушки. Вяжем столбик без накида. Дальше вяжем еще 2 попкорна. Здесь тоже 5 столбиков с одним накидом. Входим перед нашими 5 столбиками, одеваем вот эту петелечку, вытягиваем ее сюда и закрепляем. 4 воздушных петли и присоединяемся вот к столбику без пико.
Ну и также вяжем третий попкорн. Четыре воздушных петли и пришли вот к нашему началу ряда. Тут соединительный столбик делаем. Вот основная красота у нас уже есть, то есть вот такие вот выпуклые элементы попкорн. Теперь мы их обвязываем. Как мы это делаем? Значит, смотрим на схему. Схему, как обычно, я положу на сайте под видео. Вяжем 3 воздушных петли, третью петелечку мы замечаем, еще 5 воздушных петель, в замеченную петлю соединительный столбик, 5 воздушных петель, присоединяемся вот к этой, под эту цепочку, столбик без накида, 5 воздушных петель, под вторую цепочку столбик без накида, 5 воздушных петель и столбик с одним накидом над столбиком без накида. И теперь мы над этим столбиком тоже сделаем вот такую вот пикушечку из 5 воздушных петель. И вяжем, обвязываем следующий лепесточек. 5 воздушных петель, столбик подарочку, 5 воздушных петель, столбик подарочку, 5 воздушных петель, столбик с одним накидом, такой же пико из 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, столбик подарочку, 5 воздушных петель, столбик подарочку. И вот в конце ряда у нас немножечко все меняется. То есть вместо 5 воздушных петель мы делаем 2 воздушных петли. И столбик с накидом вместо вот 3 воздушных петель. И присоединяемся прямо вот в начало нашего ряда. Давайте смотреть, что у нас вышло. Вот у нас такой треугольничек. И теперь мы вяжем последний ряд. То есть здесь мы вяжем столбик без накида, вяжем 5 вот в эту пикушечку, специально мы ее сделали побольше из 5 воздушных петель, вяжем 5 столбик. Теперь вяжем верхушечку лепесточков. Значит, верхушечки сначала свяжем 2 воздушных петли. Вот вторую петлю заметим. 3 петли. Соединительный столбик во вторую замеченную. Еще одна воздушная петля. И еще 5 столбиков с одним накидом. То есть это будет вторая сторона вот этого вот лепесточка. 3, 4 и 5. И этот лепесточек мы присоединяем вот под эту арочку, вяжем столбик
без накида. 5 воздушных петель, столбик без накида под следующую арочку, еще 5 воздушных петель и столбик без накида вот сюда, то есть под следующую арочку. Теперь мы подошли вот к следующей такой пикушке большой. Здесь вяжем абсолютно такой же лепесточек, ну и последний, третий тоже делаем так же. То есть вот эти вот лепесточки, они все одинаковые. Вот такой мотив мы получили в результате. Смотрится он очень красиво вот за счет попкорна, и вообще треугольные мотивы очень интересны. В общем-то, этот урок я делала к модели шарфика, который будет на одном из моих сайтов. Ссылочка там тоже будет. Очень красиво смотрится.